Уснул, тишина, проснулся, пожар. Свой дом Виктор Саманов не узнает. Огонь уничтожил резной карниз и расписные цветы на фасаде. Хозяин разводит руками. Там была терраска сначала, потом веранда, потом тростен и вот второй тростен. Угу. Вот я в этом тростене я спал, а я сам не знаю откуда, но что получилось. Я не курю. Постройка вспыхнула средь бела дня. Очевидцы вызвали спасателей. В Стасевку приехали сразу три боевых подразделения. Пламя в любую минуту могло перекинуться на постройки неподалеку. В лучших традициях голливудских боевиков, услышав треск шифера, соседи выбили окно и вытащили мужчину на улицу. Виктор Саманов остался без крыши над головой. Под ногами выжженная земля. Повсюду остывают опаленные бревна. От жара погнулся металлический навес колодца. В результате данного пожара огнем уничтожено жилой дом, хозпостройки, а также баня. Соседи стоят горой за погорельца. Сосед хороший, не курит, не пьет. Причину ЧП выясняют. Хозяин дома подсчитывает убытки. Максим Кимбель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.